Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем прокачивать ниндзя Ларри Хамелеона на 18 уровень, да, вот такого модного, который пропадает в кустах. Ну, в общем, красавец Хамелеон. Прокачаем мы сегодня на 18, и, возможно, блин, как же эти новые менюшки, конечно. Да, это самое... Ну, в общем, погнали. Пока что пятый слот качать не будем, потому что скидочки нету, а тут, понимаете, миллионы монет. А судя по тому, как монеты в последнее время копятся, в скобочках никак, это смотрится немножко так себе, так себе. Раньше хотя бы легендарные там черные ящики были хоть за что-то, а сейчас вообще их нету. И смотрится это очень печально. Ну вот он, 18 уровень хамелеончика. Испуганного. Испуганный взгляд. Брать мы, кстати, возможно, ничего не будем, но сейчас глянем. Вот этот смайлик, конечно, возьмем, ну, топовый смайлик для Ларика. Ачечи, да. Дальше, тут где-то еще, возможно, вот. Возможно, мы сейчас это возьмем, точнее, невозможно, а точно возьмем. Потому что здесь бонус дробовика и скорость передвижения по воде. Очень полезная скорость передвижения по воде. Ну и, в принципе, это вроде бы все. Да, атрибуты нам в ботинок это уже дорого и не нужно. Поэтому погнали распределить атрибуты, которые вообще здесь остались. Возможно, что-то куда-то есть. Кстати, в копье есть один атрибут на дальность. Это 2% жесткие золотали. И в дробовик один атрибут. Это что, тоже дальность или все-таки скорость? Вот, блин, проверить бы как-нибудь. Ну, вроде у хамелеона летит нормально, поэтому возьмем дальность. Ну что же, вот он, хамелеон, 10761 хпшка на 18 уровне, хотел сказать, на 11. На 18, да. Интересно, сравнить бы было с кем-то. Но, к сожалению, сейчас у нас неудобно сравнивать. Раньше можно было перелистнуть, а сейчас вот здесь вот, ну вот. 10200 у орла на 17. Ну, кстати, да. Не так уж и мало. 11200 у панды на 17. Кстати, панда, это, если что, бот чисто сделал 1150 рейтинга. Просто бот сам себе набил рейтинг. Ну, я так понимаю, на панде просто боты очень сильные, поэтому так получается. Ну что же, погнали в командные бои, поиграем сегодня за прекрасного Ларика. Сборку, кстати, по поводу сборки, возможно, что-то заменить стоит. Давайте побегаем с турборакетами ради интереса. Вы их давно, наверное, уже не видели. Да, в принципе, я тоже. Они так-то эффективные. Ну, немножко не на, это уровень, не на этом уровне прокачки, но все равно эффективны. Поэтому побегаем с ними. Они же дают, как вы знаете, ускорение после каждого удара. На там определенный процент, да? Прибавляется, то есть скорость постоянная как бы увеличивается. То есть один удар сделали, скорость постоянно увеличилась на там 1% и... Ну, после запятой там тоже еще какая-то часть процента десятая есть. Ну, в общем, это так должно работать. Ну, посмотрим. То есть нужно как можно больше ударов наносить в секунду по противникам. Неважно, кстати, по кому. Возможно, кстати, по бочкам эти удары тоже засчитываются. Я не проверял эту механику, если честно. С бочками. Ну, конечно, животное на баке. Очередное животное на баке с кофе. Совпадение, да? Поэтому не могу сказать, как оно работает, по бочкам не работает. О, видали, кстати, в воду зашел, при этом лук стрелял. Потому что я нажал лук до воды. По бочкам на всякий случай тоже постреляем, чтобы вдруг больше заработало. У меня сейчас такое ощущение, что не работает вообще ничего. То есть, ну, активные навыки, точнее, вот я вроде... Хотя нет, видите, вот светится, да? Это же постоянный бонус. Да. Сейчас по бутику постараюсь успеть продамажить. Нет, не успеваю. К сожалению, опять никак. Везет мне очень сильно, что я не успеваю ни по кому подамажить. Так, акула продамажили, никса продамажили. Зак здесь 16 уровня, жестко. Жестко, просто врыв бога. Опаснейший противник 16 уровня. Просто зверь, монстр. На, в лицо. Панду продамажим тоже. Видите, бонусы там скорости появляются. Вы их, правда, не особо видите, но я их вижу. То есть они так вот светятся синеньким, да? Да, они светятся синеньким, поэтому у них есть такие бонусы к скорости. Так, Зака мы продамажили. Никса добиваем. Альпаку спасем, Бака не будем спасать, он нам не нужен. Это животное, которое забрало мне легендарное копье с кофем, который играет. Еще один Бак сюда приперся, как какому-то моему счастью, не знаю, или сожалению. Мы его, конечно, продамажим в любом случае. Мне бы перезарядочку, если было бы хорошо, чтобы увеличили, да? Я пока не замечаю, что у меня увеличена перезарядка. Но в этом бою, кстати, может получиться, потому что... Ну, конечно, я на земле. Конечно, я на земле в этот момент нахожусь. Бак, кстати, меня может вынести, нужно отойти. Или я сам себя сейчас вынесу. Добиваем. Блин. А вот это было обидно.
Вот это было обидно, потому что я чувствовал, что выживаю. Понимаете, я когда дамажил его, я не успел на копье нажать. Там буквально миллисекунды не хватило. Видите, сейчас золотая аура такая небольшая есть под хамелеоном. Даже сейчас она видна, видите? Там синяя золотая. Вот это уже означает, что у меня только что работал такой бонус, как... Кстати, вы видели, да, у этого альпаки сандали с этого интеллекта. Ну, в общем, это бонус уже был на перезарядку. Тот, о котором я говорил, что когда вы наносите 35 ударов, он врубается. То есть, в принципе, на высоких уровнях, видимо, этот предмет очень сильно решает. Очень сильно решает, потому что вы делаете динамичный замес, вот как у меня сейчас был, да. То есть я очень долго дрался, очень много дамажил, очень много стрелял. И за счет этого всего получилось открыть бонус, да, после 35 ударов. Возможно, кстати, за бочек еще получилось это сделать. Ну, как говорится, не проверим. Сложно, это надо будет, наверное, на тестовый сервер заходить проверять. Потому что, я, кстати, не знаю, там можно спамить бочки или нет, но по карте побегать по бочкам, побить мы, в принципе, можем. Я тогда, я же говорю, проверял на бобре вроде бы с его луком интересным. Да, надо, кстати, вот... Жесть. Я, как всегда, тактика мангуста непонятная. Ой, все, короче. Ой, просто все. Уходим в невидимость, пытаемся дамажить тоника. Все, добиваем тоника, отлично. Конечно, урона никакущего практически нету, точнее. Отсутствует полностью урон. Еще какой-то панда, еще бобер один. Побегу я сейчас на этих, надо их по ним продамажить. Вот так вот красивенько. Чтобы урончик зашел. По Никсу тоже продамажим. Опа, кстати, видали, я продамажил его. Или это слон другой притянул, и поэтому не смогли продамажить. Я вот не знаю этот момент. Так, пока что в невидимость идем. Отмансим немножко. Все, красавчики. Тут еще к нам кто-то прибежал в этот момент. Надо похилиться. Конечно, очень наглые противнички, если честно. Очень, если честно, наглые. Похилимся еще раз. Ну, мы всех убили. Блин, посмотрите на эту дичь на карте. Просто посмотрите на эту дичь на карте. Еще один орел, еще один Тони. Вы что там, плодитесь или что? Откуда не берутся-то? Там что, одни орлы и Тони, что ли? Опять дичь, да я даже не глянул, у меня была ускоренная перезарядка или нет, но... О, это, конечно, весело. За меня, правда, очень хорошие вот два игрока попались. Большущие им спасибо, адекватно играли. Кнопочки нажимали. Это был эпичный замес на мосту. Мне понравилось. Вот ради такого в зубы стоит играть. Убейте, да, персонажа нашли. Кстати, в огне в кого-то убил, не знаю даже кого. Но пока что так себе, турборакетки можно протестировать, но они реально работают. Вы вот не замечайте, но они работают, причем они дают тот буст, который иногда очень нужен. Особенно вот на вот этой зоне, где вот кусты, да, и на левой зоне с кустами. Там прям очень сильно этот буст заметен. Потому что после каждого удара у вас ускорение. То есть некоторым персонажам это прям супер, супер смотрится. Лут, лут, приди. Дону сейчас залутаем. Так, этого залутали немножко, да? Копье здесь тоже сейчас залутаем. К Доне, наверное, стоит сходить, у нее здесь... Ага, все, уже залуталось, ну ладно. Там, правда, кстати, была золотая граната, но мне кажется, они ее вот здесь вот взяли. Вот же животное. Вот животное. Ну, посмотрите. Как же вот таких вот игроков нужно жестко наказывать. Очень жестко нужно наказывать таких животных. Вот он. Бакс баним. Ну, интеллект, хлебушка, ну... Как бы ничего нового. Ничего, к сожалению, нового мы тут не увидим. Дона стреляет. Блин, как же будет с ними весело играть. Ну да ладно. В любом... О, сандалис. Ну ладно, тут новичок, ладно. Новичков я могу понять. Ох, как не пролагало-то. Какие отсут... Лагов нету в этой игре. Прям ни одного не хват... нету лага. Мне так нравится, как эта черепаха активный навык свой использует. Ну вы заметили, да? Просто царь активного навыка. По-другому не скажешь. Блин, мне показалось, что здесь противники бегают. Они тут реально бегали просто. Так, уходим в невидимость. Так, здесь стеночку поставим. Бобра надо додушить. Нельзя бобру давать возможность сбежать. Правда, моя команда сейчас тут тоже умрет, если я буду душить бобра. Поэтому нужно вернуться и помочь моей команде. И выжить нашего бака, да. Это, конечно, не самый лучший вариант действия, но пусть будет так. Ведь он там счастлив, доволен, что я его спас. Вот видите, постоянная бонусная аура, когда вы дамажите, это, конечно, смотрится... Ну, бонусная аура я имею в виду в плане ускорения.
То есть вы постоянно под бонусом ускорения находитесь. Как я только что фламинго продамажил, это, конечно, вопрос интересный. Мое, мое. Вот же животные, а я его еще спас, вы видите, да? Вот они, животные. Очередной фактор, который вам показывает, как надо играть в командных боях. Никак, ребят. Если вы адекватные, они нет, то не играйте в командные бои вот так вот, как я только что это делал. Животное просто спас, дал ему победу, да? Помимо того, что он... Вот понимаете, вот... Дал ему победу просто-напросто, да? А это животное еще легендарный дроп забрал. Осуждаем. Ну, конечно, здесь уже легендарный дроп не зарешает, но все равно. Самая суть того, что вот он действует. Кстати, заметьте, видите, постоянная скорость увеличилась. Вот, у меня сейчас хамелеон бегает с постоянной скоростью. Как вам скорость? Слабенькая, да? Это вот бонусы накапали с как раз этих турборакет. То есть жестко смотрится. Вот, кстати, по бочке. Видите, не работает усиление скорости. Значит, на бочку все-таки не должно работать. Хотя это, возможно, усиление скорости не работает. А, возможно, стаки, так сказать, да, назовем их так. 35 у нас стаков есть. Их нужно набрать. Возможно, они как раз и работают. О, животное очередное на кенгуру. Интеллектуально отрешенный человек. По-другому не скажешь. Как говорится, в зону убежать интеллект. Интеллект. Отсутствует, как обычно. Интересно, где последний противник? А вот они, с орлом дерутся. Не, слушайте, я, наверное, уйду. Пусть они, короче, орла сами убивают. Мне как-то безразлично, убьют они его или нет. Я даже посмотрю, чтобы он их всех убил. Пусть это так будет, мне как бы вот из-за бака чисто не хочу давать им побед. Не хочу вообще. Пусть умирают. Вот, сейчас Никс умирает. Давай, Никсик, умирай. Давай, Никсик, умирай. А, все. Этих двоих мы спасем, потому что... Ну, я только бака ждал, пока он умрет. Повезло, что он умер первый, кстати. Это очень повезло. Ну вот видите, ребятки, да? Я как бы сделал все красиво. Наказали, все. Главное, что наказали и победку залутали. Потому что эти двое, они старались в игре. Я видел это. Они заслужили эту победу. А вот Бак, который играл со мной вместе, он эту победу не заслужил. Поэтому мы сделали все красиво, правильно, я считаю. Говорится, я его тогда спас, да? Я его сейчас и убил. Ну как бы, показатель, да? Хотя в реальности этот Бак должен был развалить этого орла. Просто одной кнопочкой. Одной кнопочкой нажимается активно. Просто стоять на месте, орел к тебе подлетает, ты нажимаешь активный навык, орел умирает. Все. Ну там еще надо кнопочки другие понажимать, ну как бы что, сложно что ли? Видимо, слишком сложно для этого бака было, при том, что он 8 уровень был, хотя орел был 13, но в принципе 8 уровень бак спокойно может убить орла. Но, к сожалению, такого не случилось. Это будем заканчивать, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. По поводу турборакеток, я могу сказать, что они эффективны. Да, они эффективны, но все-таки уровень нужен повыше. Уровень нужен хотя бы 9-10 в идеале для турборакеток, чтобы работали поадекватнее. Ну и помимо этого, желательно, чтобы бои были не на 1000 рейтинга, как у меня вот, да, с неадекватиками, да, а какие-нибудь там 1600+, там где намного все интереснее, намного все динамичнее и тому подобное. Вот такие дела. На этом все. Да. Всем пока-пока.